ИГ взяло ответственность за ракетный удар по аэропорту Кабула. Террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за сегодняшний ракетный удар по аэропорту Кабула, Афганистан. Удар нанесли ракетами «Катюша». Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на эль -Арабии». По милости Всевышнего, бойцы халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами «Катюша», Говорится в распространенном террористами сообщении. Напомним: по данным западных СМИ, аэропорт атаковали пятью ракетами, но часть из них перехватила система противовоздушной обороны. Также не было информации о жертвах и пострадавших. До этого стало известно, что 9 членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника по автомобилю со смертниками ГИЛ в Кабуле.